Ай, приветствую всех, приветствую всех. И снова посылочка из Китая. Ну, я уже записывал, что заказал себе телефон X3 Pro Poco. Но, к сожалению, стабилизатор к нему не подошел. Пришлось по горячим следам заказывать новый стабилизатор. Вот он пришел. Вот такая вот упаковка у него. Заказал без чехла, просто стабилизатор. Сейчас все пока. Вот я его вскрыл чуть-чуть. Сейчас еще повскрываем. Вот такая вот штучка пришла. Долго-долго выбирал. Опять же попал под скидки на Алиэкспрессе. Вот. Вот такой вот селфи-палка с функцией стабилизатора. Ну, отзывы о ней очень хорошие. Ну, я тут чуть-чуть покалечил, пока сам вскрывал. Давайте посмотрим, что внутри у нас. Внутри у нас вот такая вот карабулечка-коробочка. Вскрывается она, по-моему, вот так вот. Или не вот так. Как оно вскрывается? А, вот, вот, вот. Видите, даже пломба здесь не вскрытая. То есть, ну, все. Все как положено. Все как положено. Что у нас тут? У нас тут инструкция на китайско-английском языке. Ну, я уже изучил все мануалы заранее в Ютубе. Там достаточно много инструкций. Поэтому особо-то и не нужно ничего. Вот такой вот стабилизатор. По-моему, как-то вот так вот он раскрывается. Вот так вот. Ну, то есть, вы видите. Нужно почитать, конечно, инструкцию. Вот здесь вот нарисовано вообще, как это все делается. Так, 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 ну, короче, он как-то должен раскрыться, сейчас разберусь, покажу. Ну, в общем, разобрался, приходит эта штука вот в таком вот виде, ни в коем случае вот в таком вот виде не разбирайте, ее нужно развернуть, чуть-чуть вот здесь вот вытащить и... Вот так вот повернуть. И вот такой вот у нас стабилизатор получается. Достаточно, ну, такой вот крутящийся, вертящийся. Здесь у нас есть кнопка, которая питание. Вы на нее нажимаете. Вот это с этой кнопочкой посидел, поразбирался. Очень нежная, хрупкая. Поэтому тоже с ней поаккуратнее будьте. Ну, чтобы задействовать и чтобы с ним работать, нужно установить приложение, которое идет непосредственно вот к этой модели селфи-палки. Достаточно, вот, видите, вот на такое расстояние еще можно выдвинуть. Это прямо достаточно огромный плюс. Ну, а видосы с этой палочкой буду выставлять у себя на канале, все увидите. И буду первоначальные свои какие-то впечатления тоже выставлять. Поэтому смотрите, следите за каналом. Ну, а еще мой канал еще рассказывает, как в интернете зарабатывать даже вот на такие вот палочки деньги. Это из интернета. Поэтому всем хорошего дня и всем огромный привет!